В Британии уличному проповеднику-христианину выплатили компенсацию в 4000 фунтов стерлингов после предъявления иска о незаконном аресте и содержании под стражей в течение 6 часов. В июле 2018 года в центре города Кендалл, Великобритания, за проповедь Евангелия был арестован Дейл Макалпайн. Он был доставлен в полицейский участок и задержан для допроса. После освобождения проповедник находился в состоянии неопределенности еще 6 месяцев, пока полиция в конечном итоге не уведомила его, что он не будет преследоваться по закону. Макалпайн подал иск против полиции за незаконный арест. Иск был урегулирован без обращения в суд. Макалпайн решил пожертвовать 4000 фунтов британской благотворительной организации «Христианский институт», которая помогает христианам бороться за свободу вероисповедания в Объединенном Королевстве.